Доброе утро. Я в моем новом костюмчике от Акиры. Еду на съемку, загорела. Надеюсь, что загарчик подсмоется немножко, потому что у меня Fashion Week. Отлично поспала. Доехала моя подруга, слава богу. Она ей пришлось потратить $600 на такси, чтобы забрать ее чемоданы, потому что она прилетела совершенно в другой аэропорт, ее чемоданы прилетели в другой аэропорт, и так как у нее сегодня день рождения, ей реально нужны ее вещи, она, конечно же, поехала в другой штат. Так что еду, друзья, на съемочку, беру вас с собой. Доброе утро. Я проснулась, помыла голову и направляюсь в аэропорт. У меня сегодня съемка в Чикаго. Но вернусь я только завтра, потому что, к сожалению, съемка заканчивается достаточно поздно. И я смогу вернуться только... Точнее, нет уже самолета в такое время. Поэтому вернемся мы только завтра. А сейчас в аэропорт. Класс получше. Палец вообще идеально. Нужно порезать мертвую кожу здесь сверху, а так, как будто даже ничего и не было. Даже если честно, sensitivity, как она называется, чувствительность пальца почти вернулась, 70%. Ну все, ребята, в Чикаго. Ну что, друзья, прилетели в Чикаго. Меня, кстати, опять апгрейдили. Руслан меня забирает и везет на работу, на съемку. Ехать далеко, 40 минут, наверное, так что... Ну что, сижу я тут такая, короче, готовая. Уже сняла этот лук. Смотрите, как красивая пижама. С перышками, супер красивая. У меня еще один лук, уже на самом деле где-то 5 часов. И потом едем домой. Не увижу я, конечно, сегодня Мирончика, но и завтра, наверное, тоже не увижу. Не знаю, может, позвоню мужу, скажу, чтобы он его спать не клал. Доброе утро. Время 6 утра. Мое лицо было, у меня лицо просто нежное, лицо выглядит. Я очень плохо спала. Я зато постирала свои вещи и еду в аэропорт, друзья. У меня сегодня 3 кастинга в Нью-Йорке, поэтому я должна забежать домой, привести свое лицо в чувство, потому что ну, это просто... И потом бежать на кастинге. Нью-Йорк Fashion Week начинается. Что, блин, посмотрите, какая я мокрая. Собралась, еду на кастинг. У меня 3 кастинга. Сперва бренд, для которого я раньше работала. Называется Rebecca Minkoff. Я для них работала, когда мне было лет, наверное, 19, back in the days. И я им очень сильно не понравилась на съемке, потому что я была такая little bitch. Посмотрим, если я им понравлюсь в этот раз, может, они меня не помнят. Смотрите, какая красная, боже мой, что со мной? Ну что, котики, привет. Я уже закончила 2 кастинга. Один у меня был на бренд Rebecca Minkoff. Я для него работала, но я вам уже об этом сказала. Я им понравилась, они на меня померили одежду. Вот спросили, что я делаю, какие показы 9 числа. Я наврала и сказала, что никакие показы не делаю. И сейчас я была на кастинге у дизайнера. Сейчас покажу вам. И это для съемки, так что идем на 3-й кастинг. How you feel to be an illegal element? I feel amazing. Cheating the system, right? Period. You look good. In camera, yeah, I look better than in real life. So I have a dewy look, you know? It's really hot. A dewy. A sweaty dewy. It's cute. Ну что, друзья, мы на кастинге. У нас неделя моды, кастинг номер 3. Tell them what? In Russian. That you do it?
Oh, they trying clothes here too? Let's go, girl. Huh. Вот так они пробуют мерять одежду. Девочка сразу пришла в желтом платье. Hi, nice to meet you. Вот сидят бабы, ждут своей очереди. Девочка пришла в модном платье. Обычно модели в таких платьях не ходят. Вот, сейчас пойду я скоро, после этих 150 баб. Посмотрим, что будет дальше. Hey, come on, baby. Yay! Is there a picture? Yes, queen! Вау, ребята, посмотрите, какая у нас вкуснейшая Мари Ванна под винишко. Женщина не пила 2 недели. Прекрасная женщина, Надежда. Вас, кстати, узнают люди на моем YouTube-канале. Да, говорят, здравствуйте, как вы себя чувствуете? А вот, у нас сегодня классический славянский ужин. Не русский. Кстати, знаешь, я в прошлый раз в прошлом своем влоге сказала, что у меня фотограф говорит «Hi, Russia». Я говорю «Not Russia». У меня, блин, столько хейтеров появилось. Я всех заблокировала, так что... Доброе утро. Я уже уложила волосы. Волосы день 3. Я не мыла голову с вторника. То есть я помыла голову когда? Да, я помыла голову во вторник утром. Сегодня у нас четверг. Я вчера была на 3 кастингах. 2 кастинга прошли хорошо. Третий для дизайнера Badly Мишка. Не знаю, как он прошел, было очень странно. Они мерили на некоторых моделей платья. На меня они ничего не померили, поэтому, вероятно, я им не понравилась. Но, как говорится, никогда не знаешь. Сегодня у меня только один фитинг и больше ничего. Я сегодня также встречаюсь с моей подругой Настей и Надей на ланч. И после ланча мы с моей Надюшечкой пойдем на крайотерапию. Вы знаете, я очень люблю крайотерапию, это очень полезно для вашей кожи. Поэтому мы с Надей отправимся туда, и я вам обязательно покажу. Сейчас я приведу немножко свое лицо в порядок, и можно выдвигаться. Ну что, я собралась. Едем, друзья. Вот так я сегодня выгляжу. Так же, как и вчера. Лицо сегодня выглядит гораздо лучше. Синяк вроде тоже начинает проходить. Один фитинг. А потом я еще обязательно хочу пойти сегодня на пилатес. Взяла с собой все вещи. Так что тренировочка. Вау, посмотрите, какая вкуснятина у нас у всех. И посмотрите, какие красивые женщины. Самые красивые женщины Нью-Йорка. Мы находимся в месте, которое называется Baby Brasa. Мы здесь были много раз с вами, друзья. И давайте кушать. Ну что, друзья, мы пришли в крайотерапию. Первый раз я буду в крайо, где нужно находиться внутри кабины вместе со всем лицом. Нужно надевать маску, чтобы не замерзли как бы твои lungs, да. Вот я вот так выгляжу, мне дали полотенце, носки. Я в своем собственном топике. А вот так это выглядит. Вау. Ну что, посмотрим. Ready? Yeah. All right. This is my phone. Yeah, I got you. I'm gonna play.
Кошечка. How are you feeling? It's good. Time to defrost a little bit, right? Потрогай кожу. Wow. White gloves and face mask you can throw away. Everything else leave it on the bench for me, okay? Ну хорошо, я буду знать, мне... А что ты испугалась? Не знаю, мне дышать стало нечем. Серьезно? Стало. Тебе просто осталось, тебе просто это как паника начала, да? Паническая. Я прям плакать начала по-страшному. Слушай, ты супер. Мне не нравится, когда мне в лицо дует что-то. Так это просто было это... Я знаю, но видишь, у меня как это... Ну что, давай теперь делайся. Давай. Юлия. Ну как обычно, ойстеры... Что-то, это клемсы, горячие женщины, еще кое-какие горячие женщины. Сейчас с вами будем пробовать вкуснейших ойстеров. Итак, берем ойстера. Blue. Как он называется? Blue что? Blue. Короче, это нью-йоркские ойстеры. Blue что-то. Я забыла, как называется. Blue что-то. Обязательно лимончик. Обязательно кетчуп. Обязательно. Thank you. Обязательно. Как она называется? Че? Зарядилась? Да, я говорю, что at least 25% is okay. Ладно, 25%. У меня тут двойное блогерство. Привет! Короче, мой муж участвует сегодня в всемирном чемпионате по джиу-джитсу, да, мировой турнирмент. Он проходит в Лас-Вегасе, мой муж сейчас в Лас-Вегасе, и я буду смотреть. Вот, пожалуйста, уже начались игры. Он не участвует в первом раунде, потому что он сейчас номер один в мире по своему поясу, по своему возрасту, по своему весу, и поэтому его всегда исключают из первого турнира. То есть, если все борются между собой, первый турнир, мой муж всегда ни с кем не борется. Вот, мой муж будет следующим. Я, кстати, его вижу, смотрите, это он. Смотрите, вот он стоит. Стоит, смотрит на чувака. Потому что он будет следующий драться с каким-то из этих чуваков. Так что, тарат. Все, пошел мой муж. Пошел. Юджин, давай, покажи ему, кто мастер. Ну что, друзья, доброе утро. Сегодня у меня два кастинга. Мы сейчас на кастинге Падбо с моей соседкой Кианой. Мы пришли раньше времени, мы пришли раньше времени и будем первыми. Потом у нас еще один кастинг на Типе. Я в прошлом году делала Падбо. Надеюсь, что и в этом году меня возьмут. What do you say? We're really excited to be here. You're so fake. Женщину не изменить. Ну что, я закончила два кастинга. Планирую покушать, поехать домой, переодеться и съездить на тренировочку. Давно не была на тренировочке, так что время. Ну что, встретила свой босс, мы с ней немножко погуляли. Сейчас заехала в модельное агентство за композитками. Причем сегодня пятница, и они уже закрылись. Они сегодня работают только до часу дня, сейчас 1:30. Вот, я сейчас заберу композитки, они не оставили мне их в лобби. И потом пойду домой, отдохну немножко, и вечером пойду на пилатес. Давно не была на пилатес. Смотрим Ford Models. Who? Me. Юлия. Смотрите, всем оставили, видите, и моделям, и этим, всем подряд, короче. Вот я, богиня, красотка, you know, just me. Кстати, мой аутфит такой же, как и в прошлом году. Я ходила на Fashion Week, и всем очень нравилось. Это рубашечка от Александра Вонга, ей, наверное, лет
8. Шорты из Акиры, из Platter. Они сделаны, да, из фальшивой кожи. Им тоже года 3. А мои силинки мужские и носочки. Ну и сумочка, конечно же, моя любимая Prada. Новенькая, вы же знаете. Синячок, кстати, проходит. Вот смотрите, уже почти ничего не осталось. Я, кстати, сегодня вообще без косметики. Даже брови не накрашены. По-моему, неплохо. Идем. Ну что, котики, привет. Я вышла с пилатеса. Боже, как у меня ноги просто не работают. Это хорошая новость. А плохая новость, что мой сладкий бублик заболел. У него вчера утром во рту появилась прямо на языке огромная болячка, прям такого размера, огромная. Он, видимо, прикусил, но мы его спрашивали, откуда это, он говорит, я типа прикусил. Вот, и ему очень больно. Все, я думала, что оно, ну, может, за 2 дня пройдет, но сегодня стало еще похуже, то есть ему прям больно-больно. И он прям страдает, бедный мой ребенок, он мне сегодня позвонил, он так плакал. Боже мой, вы бы просто видели мое лицо, я такая стою, и у меня просто, блин, знаете, вот просто сердце разрывается. Я сегодня, короче, купила билет и еду обратно домой для того, чтобы с ним увидеться хотя бы на 2 дня. Я отменила все свои кастинги, все свои дела, чтобы поехать к нему с ним встретиться. Так что завтра идем на один кастинг и потом сразу едем в Чикаго. Вот так. Мы сегодня в стейкхаусе, но я не ем стейк, зато стейк ест моя прекрасная бабища. Ями-ями, друзья. У нас вкусный ужин в классном ресторане. И потом домой спать еще на такси. Доброе утро. Короче, проснулась, подуложила волосы и сейчас отправлюсь на кастинг. У меня сегодня один кастинг для Серджио Хадсон. Я его делала уже 2 сезона. Это такой достаточно большой показ. И там участвуют большие модели, да, всякие известные разные модели. И если честно, то он, этот дизайнер, он такой большой, в скором времени будет дизайнер, потому что он одевает очень больших celebrities, в том числе всех первых леди. Являюсь на кастинг, и после кастинга я еду домой в Чикаго. Я решила вернуться домой, потому что у Мирона очень плохое настроение, он очень расстроен. Моего мужа сейчас тоже нет, он уехал в Лас-Вегас на чемпионат, и так как на следующей неделе я точно не смогу вернуться, я решила, что я поеду с конца, то бишь сегодня вот суббота, уже днем я буду дома и останусь там до понедельника раннего утра, у меня самолет обратно. Вот, я решила, что не могу оставлять моего ребенка одного. Он очень грустный, он очень печальный. Каждый раз, когда я ему звоню, разговор заканчивается просто крокодильими слезами. Он не хочет вообще никаким образом кооперировать, разговаривать. Просто его задевает какая-то малейшая вещь, и это истерика там на полчаса. И, конечно же, это связано с внутренней тревогой ребенка, с тем, что он как бы не может, да, находиться без родителей, он не чувствует себя в безопасности, что, в принципе, конечно же, абсолютно нормальная реакция любого ребенка, плюс то, что нету мужа, и плюс нас не будет на следующей неделе почти всю неделю, поэтому я решила вернуться сегодня. Вот, так что сегодня летим домой в Чикаго, возвращаемся обратно в понедельник и продолжаем неделю моды. Что, друзья, мы на кастинге Серджио Хадсон. Я делала его 2 раза, я уже говорила, и надеюсь, в этот раз тоже. Надежда, расскажите, пожалуйста, как вы ощущаете себя после кастинга? Потрясающе. Как вы считаете, нас утвердят? Мне кажется, нас утвердят.
Да, конечно, нас утвердят. Что будет теперь? Мы в самолете. Я уже сижу. Улетаем. Рада тебя видеть, мальчика.